Друзья мои, всем привет! Находитесь на канале Александр Автоподбор 25. Если вы смотрите это видео, значит, вам интересен правый руль. Интересны цены на автомобили с правым рулем. Я вам напоминаю, то, что я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой, проверяя как пробежные автомобили, так и беспробежные автомобили. Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. И сейчас у меня открывается новая услуга, это привоз автомобилей с аукционов Японии. Более подробная информация в WhatsApp. Следующий момент. Когда вы уже запомните, все автомобили, которые стоят на авторынке «Зеленый угол», они все растаможены, все пошлины, все сборы уплачены, ПТСки на них, на все эти автомобили они есть. Грубо говоря, пришли, деньги отдали, договор написали, пошли в ГАИ, машину поставили на учет. Что касается поиска автомобиля на сайте drom.ru, сегодня запишу видео прямо с компьютера, как правильно выставлять параметры, как искать автомобили. Что касается привоза автомобилей с аукционов Японии, здесь есть плюсы, здесь есть минусы. То же самое касается и покупки на авторынке «Зеленый угол». Есть плюсы, есть минусы. Но однозначно, если привозить автомобиль с Японии, во-первых, вы привезете себе именно то, что вы хотите, ту комплектацию, тот цвет, тот пробег, то состояние, которое вы хотите. И однозначно автомобиль, он будет, не на большие деньги, да, дешевле, но подешевле, чем, допустим, здесь он будет. Поэтому за более подробной информацией пишите мне WhatsApp. Сейчас покажу немного цен автомобилей, которые находятся уже в наличии во Владивостоке на зеленке. И покажу, как все-таки выставлять параметры на сайте drom.ru. Кстати, вот многие даже не знают, что есть такой сайт drom.ru. Вот в середине России, да, там западная часть, у вас что? У вас Автору, Авито. У нас Автору, Авито эти сайты не актуальны. Ребят, у нас drom.ru. Ладно, пойдем посмотрим цены и посмотрим, как искать автомобили на сайте drom.ru. Это у нас Mitsubishi Outlander, автомобиль 17 года выпуска, объем двигателя 2 литра, гибрид 4WD, 1 миллион 820 тысяч. Вот данный автомобиль сейчас находится на проверке. Так, что мы получаем? Шикарный внешний вид, гибрид, автомобиль ездит как на батарее, так и на бензиновом двигателе. Хорошая комплектация, хороший пробег на автомобиле, вместительный салон. Очень много места именно вот сзади, второй ряд сидений. Вот именно этим мне этот кроссовер очень-очень нравится. Кожаные вставки, дверная карта пластик, тоже кожаная вставка. И здесь вот такие пластиковые интересные вставки идут. Объемное багажное отделение. Дверь открывается с кнопки, закрывается. Электросиденье. Дальше, ребят, полный кожаный руль, камера кругового обзора, передняя камера, датчик движения по полосе, адаптивный круиз-контроль, то есть система безопасности, хорошая магнитола, подогрев руля, подогрев сидений. Пробег на автомобиле 42 тысячи, что с ним происходит, не знаю. Вот только началась проверка автомобиля. В итоге что вы получите? Вы получите порядка 200 фотографий плюс видео со всеми плюсами, со всеми минусами автомобиля. Фотографии салона, какие-то царапины, дефекты кузова, наличие ржавчины и так далее и тому подобное. Народ, и еще хотелось бы уделить немного внимания, да? Когда вы набираете меня, либо когда вы пишете мне в WhatsApp, мне нужна конкретика, а не так, то что я хочу микроавтобус, все, и я тут что комаров тут много развелось. Комар сидит. Место такое на авторынке, вот, не знаю, возле кустов. Короче, очень много комаров. Пишите конкретику, не надо писать, я хочу Outlander. Какой Outlander, что вы хотите получить от машины, я не знаю. То есть гадать я не буду, да. Вот, поэтому хочу Freed,
денег у меня столько-то, да, вот что я могу получить за эту сумму. Либо пишите свои параметры, что вы действительно хотите получить автомобиля. Там комар такой интересный летает. А я вам уже скажу, сколько вот автомобиль по вашим запросам будет стоить. Ребят, и также будут автомобили, которые привезены на продажу. Сейчас я вам их покажу. В данный момент есть два филдера, это 18-е года, они не гибриды, машины аукционные, на дроме данных автомобилей еще нет, стоимость 1 050 000. Ну, естественно, есть торг. Они все 4 балла с пробегами до 100 тысяч, пробеги я вам сейчас покажу. Обычные иксовые комплектации, ну, в принципе, все здесь идет стандартное. Данный, получается, автомобиль у нас пробег 77 тысяч, кузовщина у него целая, то есть, как говорится, он не битый, не крашеный. Чисто аккуратный салон. 77 тысяч пробег на автомобиле, машина не ржавая. Вот автомобиль только пришел с таможни. У него хорошая летняя резина. Резина у нас 18 год идет. 185-60 на 15. Он на ключе. Повторители. Установлены туманки. Туманки устанавливались уже здесь. семь тысяч пробег, антиюз, айстоп, коробка здесь, вариатор, система безопасности, датчик при столкновении, автосвет, камера заднего хода есть. Второй филдер тоже автомобиль 2018 года выпуска, отличается, ну, туманок здесь нет. Он тоже целенький, не битый, не крашеный. Я вам сейчас покажу, то что он целый. Крышка багажника на этих автомобилях идет пластиковая. Автомобили есть передний привод, есть автомобили 4WD, есть автомобили, где гибридная версия. Гибриды, полноценный гибрид. Все то же самое, нет только туманок. 75 тысяч. Вот аукционный лист, номер лота, номер кузова. Кому интересно пробить, ставьте на паузу, пробивайте. Хорошая магнитола, каразерия, камера заднего вида тоже есть. 1 050 000 рублей стоят эти филдера. Цена приятная, заманчивая. На эти автомобили он тоже на летней резине. Тоже без литья, хороший остаток резины. Резина 19 год, 185-60 на 15. На дроме этих автомобилей нет. Кстати, есть хорошая новость. Я думаю, многие уже об этом знают, да, то, что временно отменили кнопку Aeroglonass. Теперь, если вы везете машину, если вы там можете ее на себя, и вы не дальневосточник, то кнопка вам это не нужна. Пока как бы там... Скажем так, прям официальной информации нет, но я думаю, то, что все будет нормально. Кнопка ГЛОНАСС, если раньше вы привозили автомобиль на дальневосточника, то есть если автомобиль растамаживался на нас, нам эта кнопка не нужна. Вы покупали автомобиль у нас, у дальневосточников, вам эта кнопка тоже не нужна была. Если машина везлась на юрлицо, то кнопка ГЛОНАСС она устанавливается в обязательном порядке. Поживем, посмотрим, что будет дальше. Ладно, ребят, в глобальную проверку подаваться не будем, я вам просто покажу действительно то, что автомобиль весь в родной краске. Аукционный лист можете сами открыть и посмотреть. Как видите, это все микроны,
У любого прибора есть погрешность, плюс-минус 10-15 микрон, оно допускается. Кстати, толщиномером нельзя посмотреть пластик. Пластик нужно смотреть глазами, да и вообще, в принципе, глазами, своими глазами можно много чего увидеть. Толщиномер не всегда показатель. Бывает, красят так, то что толщиномер будет стрелять как родной слой краски. Убедились, что весь автомобиль в родной краске, родной пробег на автомобиле. Следующий автомобиль, который я вам хочу показать, это Honda Fit. Внимание, пробег на автомобиле 17 тысяч, стоимость автомобиля 960 тысяч рублей. Машина аукционная, это не битье. Была небольшая вмятинка на пороге и на двери. Сейчас я попытаюсь найти фотографии и вставить. На экранах сейчас видите, да, то что на двери была небольшая вмятинка и порог был немножко подмят. Все остальное идет целое. 3,5 балла. Аукционный лист. Все указано. B3, B2. По левой стороне было все чисто. 960 тысяч. Пробег 17 тысяч на автомобиле. Обратите внимание, состояние подкапотного пространства. Двигатель никто не мыл, и машина не ржавая. Радар, датчик при столкновении, туманки, 18-й год, повторители. Так, резина у нас 18-й год, 185, 60 на 15. Тоже вот пришел автомобиль, нужна небольшая уборка. Fit очень популярная модель, постоянно их спрашивают, постоянно. Но если честно, я на авторынке, кстати, по-моему, на дроме его еще тоже не выставляли. Я на зеленке не видел Fit'а по такой стоимости с таким пробегом. Может, я ошибаюсь, но не видел я. В таком состоянии. Кнопка старт, он на климате, вариатор, USB вход, розетка 12 вольт, газер с магнитола хорошая, больше чем полбака японского бензина, пробег 17 тысяч, мультируль, круиз-контроль адаптивный, датчик движения по полосе, да. Камера заднего вида, все есть. 960 тысяч. Так, ну и по факту, что мы с вами имеем? По левой стороне. Левая сторона у нас чистая. И, ребят, я вкратце по несколько раз на детали покажу, то что все действительно оно целое. Левая сторона вся целенькая, крашеные элементы отсутствуют. По правой стороне окрас идет по низу двери, как раз где была вмятинка. Да, вот он, незначительный окрас, и окрас небольшой на пороге присутствует. Дверь идет задняя, правая целая, и по Японии идет окрас заднего правого крыла. То есть еще раз, заднее правое крыло красилось в Японии. Никакой шпаклевки здесь нет. Все. Ну и посмотрите состояние автомобиля по низу. Ребят, я не буду делать запись экрана, я просто сниму на камеру экран компьютера. Значит, сайт называется drom.ru. Забивайте абсолютно в любом поисковике. Заходим. Продажа автомобилей в Приморском крае. Можете выставить город Владивосток. Допустим, вы хотите себе, я не знаю, вот Toyota у нас выпадает. Toyota что?
А Toyota Prius. Поколение выставлять не надо. Вот они, вот эти вот параметры, которые вам нужны. Можно выставить ценник, но опять же, не вижу смысла выставлять цену. Выставляем год автомобиля. Пускай это будет там 12-14 год. Ставим галочку «Не продано». КПП ставить не надо, топливо ставить не надо. Тип кузова тоже ставить не надо. Цвет хотите выставляете, хотите нет. Вообще не каждый указывает цвет. Документы, важный параметр. Документы в порядке. Потом не спрашивайте, почему приусов нет там по 400, по 500 тысяч рублей. Все вот эти дешевые автомобили, они все без документов. Повреждения, тоже важный параметр. Не требуют ремонта. Руль, любой, левый, правый, не вижу смысла выставлять. Всякие вот эти отчеты, сертификаты не надо выставлять. Мощность тоже не вижу смысла выставлять. Пробег тем более, пробеги скручивают. Галочку поставить без пробега. Пожалуйста, вот вам стоимость на все приусы. Почему такая большая разница в цене? Да, допустим, 12-й год 1 миллион 50 тысяч и 12-й год 990 тысяч. Ребят, все будет зависеть от состояния, от комплектации на автомобиль. Сейчас, опять же, я в подробности не буду, да, вдаваться. Прервался я на звонок. Но опять же, да, вот это смотрите, G-комплектация, она всегда будет подороже S-ка. S-ка это обычно стандартная комплектация. Плюс все зависит от продавцов. Продавцы тоже, кто-то там одну сумму хочет на автомобиле заработать, кто-то хочет заработать другую сумму, да. Кто-то поменьше, кто-то побольше. Ребят, и вот так это касается абсолютно всех автомобилей. Будь то RAV, будь то там X-Trail, будь то CHR. Поэтому не ленитесь. Заходите, вот мне поступают звонки, вы меня спрашиваете в WhatsApp, да? Я буду делать то же самое, вот то, что я вам сейчас показал. Заходить на дром и смотреть средний ценник на автомобиль. К средней цене я бы, наверное, прибавлял бы 20-30 тысяч рублей, да? И все, в принципе, за эти деньги можно взять хороший, достойный автомобиль. Друзья, на сегодня все, будем заканчивать, поэтому если вам нужна проверка автомобиля, который уже завезен в Россию, звоните, пишите, обращайтесь, мой номер телефона указан в описании канала и под каждым видео. И также, если вы хотите приобрести автомобиль с аукционов Японии, всегда будем рады вам помочь. Всем пока, всем хорошего настроения.